Здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз для записи скажу, что вы присутствуете на рекламном семинаре, на тренинге, таком сокращенном, цель которого, видимо, пригласить вас на такие курсы, как PowerPoint уровень 1 и PowerPoint уровень 2, а то и на другие наши курсы, связанные с графикой и прочим пакетом Office. Ссылка на материалы, запросите у меня ее в любой момент, если что-то будут какие-то вопросы, что-то не будет получаться, пишите, пожалуйста, в чат. Я как наиболее мобильно постараюсь на это среагировать. Зовут меня Инна. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне просто по имени. Инна. Можно Инна Витальевна, если предпочитаете. Да, пожалуйста. Но лучше просто по имени. Я вас приветствую в нашем центре специалист. Добро пожаловать. Всех приветствую. И аудиторных слушателей, и удаленных слушателей. Здравствуйте. Так, это еще раз я. Это еще раз я. Вы, вполне возможно, меня не видите. Выгляжу я приблизительно следующим образом. Специалист по курсам Photoshop, Corel, видеомонтаж, пакет Office. Основной приоритет, конечно, я делаю на программу PowerPoint, автором которого я являюсь в нашем центре. Всех трех курсов, но в основном, конечно, технической составляющей. Уровень 1 и уровень 2. Мой имейл находится также перед вами. Не стесняйтесь мне писать, задавать вопросы на интересующую вас тему. Я с удовольствием отвечу. Провожу даже некоторые презентации, рецензии. Рецензии даю на презентацию. То есть, если готовы выслушать критику, где можно поправить, хорошо, плохо, пишите, присоединяйте вашу презентацию, я с удовольствием о ней вам расскажу. Так, являюсь я практикующим презентатором, то есть, изготавливаю презентации на коммерческой основе. В целом-то самоучка, просто сдала экзамены. В нашем центре работаю давно, около 8 лет. 5 из них я практикую PowerPoint активно. Вполне возможно, у вас будут какие-то вопросы, возникающие вот прямо немедленно. Что со звуком и так далее, какие-то вдруг проблемы будут. Наверное, актуально также записать для вас телефон нашего комплекса здесь, в аудитории, где проводится вебинар непосредственно, помимо как бы общего. Так, помимо общего телефона нашего комплекса, как бы общей справки, есть еще телефон непосредственно здешний. Этот телефон у нас идет как 780, секундочку, так, вот он, 780-72-10. Именно по техническим вопросам, если вдруг захочется задать мне вопрос, код 495-780-72-10, отметьте себе, пожалуйста, на сайте его нет, этого телефона. Так, все, записали, сориентировались, есть. Если вы скачали ссылочку, то вы получаете папку под названием «Вебинар». В этой папке разнообразные файлы находятся, файлы, которые нам понадобятся во время работы, это в основном иллюстрации, есть также видеофайлы. Есть один текстовый документ, называется он «Контент». Ну, в основном скриншоты, графика, ну, все, что нам понадобится для создания рекламной презентации. Содержимое данной папки. Разархивируйте, пожалуйста, пусть она будет у вас. Так. Угу. Есть. Ну вот, начинается. Работать вы в настоящее время можете в трех версиях программы. В новейшей 16-й версии программы работать можно, в 13-й версии программы также можно работать, а также можно работать в 10-й версии программы. Особенной разницы с тем, что мы с вами собираемся делать, нет. В аудитории, те, кто у нас присутствует, вы будете работать, если не ошибаюсь, на 16-й версии программы. Могу сейчас проверить, быстренько посмотреть. Так, нет, 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 все. Еще раз открываю. Еще раз открываю рекламный вебинар. Хотела сказать еще пару слов по тому поводу, что мы с вами будем делать, чем будем заниматься. Начинаем мы с вами, стартовали в 17.30, заканчиваем вебинар в 19.00. Возможно, я на пару минут вас задержу, поскольку были организованы у нас различные неурядицы. Содержание вебинара у нас проходит по двум направлениям. То есть мы с вами в центре имеем три уровня программы PowerPoint. Ну, правда, не три, два. Два технических, один именно направлен на навыки проведения презентации. PowerPoint уровень 1 и PowerPoint уровень 2, иначе называется он как дизайн презентации.
На всякий случай я вот вам ссылочки прикрепила, хотя на нашем сайте specialist.ru можно найти по ключевому слову PowerPoint оба уровня. Программы курсов на каждом у нас, по каждому курсу у нас выложены на сайте, можно найти без проблем. В рамках PowerPoint уровень первый мы с вами будем проходить вставку объектов и добавление анимации к этим объектам, а также настройку гиперссылок и настройку поведения для PDF-файлов. В рамках второго уровня PowerPoint мы с вами осуществляем работу с шаблоном. Он как бы все у нас здесь есть на нашем сайте, можно подробно ознакомиться, посмотреть. Да, уровень 2 на работу с шаблоном. Оба уровня смешаны друг с другом, то есть мы можем начать со второго уровня, работа с шаблоном, актуально начать ее вести, а в рамках уровня 1 уже происходит добавление объектов, то есть оба уровня в рамках нашего рекламного семинара будут перепутаны. Ну и, конечно же, цель – заманить вас на сразу два уровня. Ну, проходить их, конечно, нужно в последовательности. Сначала уровень 1, затем уровень 2. Помимо того, что вы как бы пользуетесь программой PowerPoint, успешные презентации – это не только PowerPoint. Это также знания в программе Photoshop, где вы редактируете фотографии. Это знания в программе Video, где вы работаете со схемами. Это также знания видеомонтажа, хотя бы основ в такой программе, как Pinnacle или Premiere. Можно что полегче, Camtasia, например, рассмотреть. Так что PowerPoint – это далеко не все. Если вы будете обучаться в нашем центре, то вы получаете сертификаты. Ну, вот есть у нас такой вот стандартный сертификат, также переведенный на английский язык, сертификат международного образца. Есть также сертификат, который выдается уже специализированный по направлению. Если вы, например, направление Microsoft проходите, то вы получаете от Microsoft. Направление Adobe проходите, получаете по Adobe такой специализированный сертификат. Мы же золотые партнеры, не халам-балам, да. Мы золотые партнеры большинства компаний, представленных сейчас на рынке компьютерных услуг, так что специализация также имеется. Ну что ж, давайте попробуем, давайте начнем. Давайте начнем. Сейчас у меня все находится в закрытом состоянии. Я, пожалуй, в последний раз для тех, кто к нам только что присоединился, последний раз вот я высылаю ссылочку вам в общий чат. Извините за, как бы, за настойчивость, но я вижу, что периодически у нас подключаются еще и еще новые слушатели. Еще одна ссылочка для всех, для тех, кто у нас с вами только что присоединится. Я вижу, уже у нас почти 20 человек находится здесь, на удаленке. Замечательно, замечательно. Итак, папка вебинар. Выглядит она следующим образом. Но мы с вами будем по итогу делать презентацию рекламного типа. Давайте я вам ее покажу. У вас этой презентации нет. Вы должны как раз до нее дойти. У вас должна быть следующая презентация по итогу наших с вами манипуляций. Во-первых, корпоративная оболочка у презентации. Она может быть любая в зависимости от вашей организации. Мы, разумеется, проходим обучение на наших материалах Центра специалистов. Ну, в рамках рекламы, я так предполагаю. Так. Мы с вами в рамках рекламной презентации должны уметь вставлять видео и управлять этим видео. Так. Как вы видите, оба видео прокручиваются одновременно, останавливаются. То есть все дело в управлении. Так. Ну, хватит, достаточно. Так. Добавление анимации. Простенькое, но все-таки. Работа с вложенными файлами. То есть если я сейчас нажму, этот вложенный файлик должен открыться. Это не гиперссылка, это именно вложение документов. А также гиперссылки, которые ведут нас на определенный сайт. Это у нас тоже должно быть. Правда, сейчас что-то у меня компьютер невероятно подтаскивает. Очень тяжело как-то все идет. Я даже один раз снимала задачу. Так. Ну, я думаю, что он откроется же когда-нибудь. Добавление таблиц простеньким типом. Добавление скриншотов. Снова видео, ну и снова легкое добавление анимации. То есть вот что мы с вами должны сделать по результату нашего труда. Ну, как бы так. Уровень сложности, как вам кажется? Нормально. Так бы, да. Ну, то есть я не рассчитываю на то, что вы узнаете что-то архисложное. По сути, изначально вебинар, который я планировала, звучал как «Новые возможности 2016 офиса». Их немного, их немного, их настолько немного, что описать новые возможности можно в течение 5 минут. Именно поэтому моя тема звучит как именно рекламная презентация, которая именно мультимедийные возможности рассматривает. Уважаемые слушатели, я прошу вас запустить программу PowerPoint, так сказать, с чистого листа. Итак,
Мы с вами запускаем PowerPoint. Если у вас есть в наличии, вы можете запустить 16-ю версию программы. Если нет, у вас 16-й версии, можно запустить 13-ю версию программы. То есть это не суть важно. Запустите, пожалуйста, программу PowerPoint, так сказать, с чистого листа. Подтверждаем создание чистого белого бланка презентации коротким щелчком мыши. И вот мы с вами находимся в нашей среде PowerPoint. Когда приступать, так сказать, к оболочке, к ее изготовлению? В начале работы, потом, в целом это не имеет никакого значения. Более того, ради интереса я хочу, чтобы у нас с вами уже была какая-то, какой-то контент, чтобы было с чем уже работать, было над чем наблюдать. Поэтому я сейчас вам покажу совершенно особенную операцию по импорту текста. Для этого я прошу вас развернуть команду «Создать слайд» по нижней половинке, по стрелочке. Ну, сразу по терминологии, когда я вас прошу раскрыть команду, означает именно нажать на стрелку, которая находится возле пиктограммы. Так, здесь мы с вами наблюдаем команду «Слайды и структуры». Цель этой команды – пройти к вордовскому документу. Нажмите, пожалуйста, на команду «Слайды и структуры». И идем на рабочий стол, или где ваша папка находится. Открываем папку «Вебинар». И текстовый файл «Контент» указываем. Так, звук. Так, у кого тормозит? Так, как сейчас? Все еще пропал? Слышно, слышно. Есть, есть, есть. Уважаемые слушатели вебинара, давайте я повторю для вас данную операцию. Давайте повторю. Итак, еще раз. Презентация абсолютно пустая. Папочку «Вебинар» вы скачали, разархивировали. То есть она у вас находится не в архивном состоянии, правильно? Вот она, «Вебинар». Можно ее свободно открыть и работать с файлами. Разипуйте ее. Раскрыв команду «Создать слайд», вы нажимаете на команду «Слайды и структуры». Проходите к вашей папке «Вебинар», где бы она ни находилась. Открываете эту папку. И текстовый документ «Контент» указываете двойным щелчком мыши. После чего у вас происходит наполнение презентации текстовой информации из этого файла. Сейчас посмотрим. Дело может быть не в вас, дело может быть в наших компьютерах. Поэтому давайте я поступлю следующим образом. Я за этим, за соседним компьютером эту операцию сейчас выполню. Потому что сейчас 12-я версия здесь отсутствует, ну как бы заблокирована. И в рамках 16-й версии не все возможности могут быть активны. Так. Идем на рабочий. Вебинар. Контент. То есть я аналогичную операцию выполняю. Ждем, 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 ждем. Пошло. Присаживайтесь. Вижу, процедура выполнена. Как у вас дела? Все, все классно. Да. Так. Уважаемые слушатели вебинара, как у вас дела? Давайте я так спрошу. Процедура-то хитрая. Процедура хитрая. Давайте я вам расскажу, что случилось на самом деле. Я расскажу немного. Как вы понимаете, цель курса вас все-таки приманить. Да, но можно сделать свои собственные выводы. Эта процедура у вас отталкивается от вордовского документа «Контент», который заранее обработан хитрым образом. Если я открою этот документ перед вами, расскажу сейчас, в чем дело, вы обнаружите, что документ этот обработан, но не просто синим текстом и цветным, а обработан с помощью такого понятия, как заголовки первого и второго уровня. Можно сделать выводы, да? Что заголовок первого уровня идет у вас на заголовок слайда, заголовок второго уровня идет у вас на основное тело слайда, заголовок третьего уровня вообще создает вложенный уровень списка. Делаем вывод, что если у нас с вами изначально текстовый документ так оформим, мы его оформляем как бы самостоятельно, то затем вот такая хитрая команда, как слайды и структуры, способна вам автоматически перебросить текст в презентацию без вот этого копипейста, без буфера обмена, хотя это дело вкуса для каждого. Так. Отлично, отлично, всем нравится. Так, по результату у вас создалась презентация, но это еще не все. Первый слайд данной презентации я прошу уничтожить. Он просто был на момент выполнения операции, он пустой, он вам не нужен. Удалите его, пожалуйста.
А тот слайд, который стал первым в результате вашей работы, я прошу перемакетировать. Понятие макет не всем знакомо. Кнопка макет на вкладке главная. Нашли ее? Вот она. Кнопка макет. Данная команда у вас особенная. Я сама PowerPoint изучала как самоучка и часто системными полями поступала как придется. Что-то удаляла, что-то двигала. Это единственное ее отличие от Word от Excel, вот эта вот очень мощная команда макет, единственная головная боль PowerPoint. Если вы хотите что-то изменить на слайде, прежде всего загляните в макет. Скорее всего, нужное решение у вас уже есть. Макет титульный я прошу выбрать. То есть мы, конечно, могли сами все передвинуть, могли же, несложно же, но понятие макет титульный обладает мощнейшим функционалом, который нам с вами пригодится. Далее, я прошу вас выделить все слайды вашей презентации. Щелчок по-любому, Ctrl-A на клавиатуре, Ctrl-A она же, выделить все. И прошу вас выполнить команду «сбросить». Данная команда находится рядышком с командой «макет». Это сброс вордовской грязи. Так мы должны к ней относиться. Все то, что притянуто с программы Word, синий цвет, я имею в виду формат текста, нам нужно от него избавиться. Сбросить, пожалуйста. Так. Все оформление, которое вы будете делать, вы должны делать прямо-таки точечно. Если вы что-то выделяете красным цветом, желтым, синим цветом, это все сигнал, это что-то означает. Ну, подробнее мы узнаем с вами на психологии цвета, это курс уже дизайн презентаций. Я пока просто прошу избавиться от бездумной краски, от этого оформления. Все оформление, что нам придется сделать, мы с вами сделаем по-умному в программе PowerPoint в виде регулировки шаблона, так что это все у нас впереди. Итак, презентация в 10 слайдов. Имеем ли мы с вами ее на этом этапе работы? Есть ли у нас? Так, уважаемые слушатели вебинара, есть ли вопросы, какую-нибудь команду могу повторить? Так, нас уже 18 человек, мы теряем ряды. Так, ну, вроде как бы все, пока молчим. Так, пока все понятно. Тогда ускоряемся, Александра. Тогда ускоряемся, идем дальше. На любом этапе сохраните, пожалуйста, вашу презентацию. То есть мне не важно куда, лишь бы она у вас находилась в сохраненном состоянии. Мы от нее никуда не уйдем. Начинается следующая часть работы. Работа в шаблоне. Для того, чтобы сконструировать свой шаблон, или свою тему, или свой дизайн, мы с вами пройдем в особую среду, где выполняется часть работы. На вкладке «Вид» вы найдете команду под названием «Образец слайдов». Давайте посмотрим на нее. Вкладка «Вид», «Образец слайдов». Есть. Образец слайдов имеет следующее устройство. Здесь нет такой типовой информации, как информация про курс видеомонтажа, либо про любую другую информацию. Здесь происходит управление макетами. Управление макетами вам доступно в левой части. Рабочая же часть у вас под работу с каждым макетом. Ну, как слайдовый принцип, да? Какой макет выделен, с тем и работаете. Видим ли мы с вами самый главный макет, который называется, по сути, мастер, это лекало всех слайдов, который находится выше всех остальных. Он никогда сам не выделяется, будьте внимательны, первая часть работы происходит именно на нем, нам нужно по нему щелкнуть. Мастер, он же образец, он же лекало. Некоторые даже называют его макросом, поскольку любая операция, которую вы делаете на нем, отображается сразу на всех слайдах вашей презентации. Маленький пример для работ. Находясь на мастере, извините за занудство, уважаемые слушатели вебинара, но все равно проверьте, если вы видите перед собой, там, скажем, вот такой вот макет, вот такой, это все не то. Вам нужно обязательно принудительно промотать линейку макетов наверх, и вот он крупнее, он выше, на нем есть даже номер, номер один. Находясь непосредственно на мастере, мы выполним с вами ряд процедур. Например, заголовочек. Выделяйте, пожалуйста, образец заголовка. Чтобы мне такое сделать, на вкладке «Главное» давайте цвет присвоим с вами, цвет синий. Но я не буду углубляться сегодня в суть цвета, поэтому любой синий, который вам на ваш вкус синий, выберите, пожалуйста. Ctrl-B, сделаем его жирным. Можно также слегка уменьшить размер текста. Ну, пусть у нас размер текста будет у нас 36 пунктов.
Готово. Так, смотрю, есть сообщение. Так, 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 так. Нет, не вижу сообщения. Так. Пока не вижу. Пишите в чат, друзья мои, если что есть, пишите в чат. Так, затем, что я могу сделать еще? В основной центральной части я могу выделить все уровни текста, которые здесь заявлены. Я сейчас буду говорить совершенно необоснованные вещи. Цвет текста у вас здесь черный. Но это не модно сейчас. Я не могу обосновать, что модно, что не модно. Более того, вот та дикая разница, которую я сейчас приведу, что черный – это не круто. На вкладке «Главное» у вас есть цвет текста, правда ведь? А вот темно-темно-темно-серый, но не черный – это супер круто. Действительно, не могу обосновать, ну, такие современные тенденции. Во второй растяжке выберите, пожалуйста, предпоследний образец. Огромная разница, правда ведь? Издевательски я, конечно, об этом вам говорю, что чуть-чуть мягче должен стать цвет текста. Чуть-чуть мягче. Черные маркеры тоже не круто. Черные маркеры. Мы с вами цвет маркеров сейчас будем менять. Разверните, пожалуйста, на вкладке «Главное» команду «Маркеры», она же «Список». Выбираем далее команду «Список», расположенную под представленными образцами. Давайте выберем квадратики. Квадратики. И цвет квадратиков тот же самый, что и цвет заголовка. Да. Вот форма, вот цвет. И окей. Ну и последнее, что я хотела бы предпринять по поводу общего лекала наших слайдов, это номер. Номерочек. В правом нижнем углу у вас заявлен номер. Такой маленький, серенький, скучненький, и я часто-часто слышу со стороны своих слушателей, а как мне номер во всей презентации увеличить, уменьшить, переставить, перекрасить? Это тоже вопрос шаблона, то есть понятие номер слайда – это вопрос именно на уровне шаблона решается. Вы можете увеличить размер вашего номерочка, пусть, скажем, пунктов 32, 28. Вообще считается, по этике проведения презентации номер слайда должен быть обязательно на слайде. И номер слайда должен быть как бы покрупнее, чтобы его было хорошо видно. Это важно для презентации любого типа. Итак, номер мы с вами слегка увеличили. Я увеличила до 28 пунктов и перекрасили в тот же самый цвет, что и цвет заголовка слайдов. То есть, пока вы лекцию о цветах не прослушали, а вот в том-то и дело, Александра, мне задают хороший вопрос, что это все условности, здесь нет настоящей информации. Более того, Александра, мы с вами увидим, во что дальше выливается ваш вопрос. Ведь когда мы с вами вернемся в нормальный режим на работы, номера слайда вы не увидите. Возвращаемся в нормальный режим работы. Можно выйти официально. На вкладке «Образец слайдов» ищите ее, она первая, вот она. На вкладке «Образец слайдов» вы замечаете команду «Закрыть режим образца». Есть такая. Вы вернулись тем самым в режим обычный. Либо можно щелкнуть вот сюда. Где бы вы ни находились, давайте я покажу. Вас спасет режим обычный. Режим обычный тоже поможет вам выйти из любой неприятности обратно в нормальный мир. Когда вы выйдете в нормальный режим работы, вы увидите, что заголовки всех слайдов у вас перекрашены. Это так? Что цвет текста уже мягкий серый, а не черный. Да. Что маркеры везде перекрашены и изменены, а номера слайда нет. Нет, 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 и не будет. И не будет до тех пор, пока кто-то из вас не скажет мне, как сделать так, чтобы он был. Давайте пообщаемся, уважаемые слушатели. Так. Есть предложение. Почему я не вижу номер слайда? Кто скажет первый? Я намекну. Мы с вами оформляли решетку. Вот как Александра мне по вебинару сказала, мы с вами оформляли решетку. Что есть решетка? Вероятность. Мы с вами оформляли заголовок слайда, да? Помните, синим цветом? Что это такое, тоже вероятность. Я к чему-то веду. То есть в образце слайдов, в шаблоне, мы с вами оформляем вероятности. Но в нормальном режиме работы, если бы мы с вами текст не вставили, текста бы не было. Вы правы? Я правильно размышляю, да? Так вот, повторяю, как нам вставить номер слайда? Ну ладно, ладно, ладно. Ставка. О, Александр, хорошо.
Александр и Александра, прям, да, очень хорошо, активно участвуйте. На вкладке «Вставка» всего лишь на вкладке «Вставка». В нормальном режиме работы. Шаблон тут вообще ни при чем. На вкладке «Вставка» вы нажимаете на команду «Колонтитулы». Пожалуйста, вот она у нас здесь находится. И именно нажимаем на команду «Колонтитулы», ставьте галку «Номер слайда», ставьте галку «Не показывать на титульном слайде». Ну, не принято как бы. И нажимаете на команду «Применить ко всем». И вот тогда номер слайда появится. А вот то, что он синий и большой, вот это заслуга работы в шаблоне. Ага, так, замечательно, замечательно. Нам с вами на уровне шаблона надо выполнить еще парочку действий. Чтобы я сейчас вас как бы не обманывала, я хочу быстренько в соответствии прийти, то есть как выглядит то, к чему мы с вами идем. Но то, что цвет текста немножко различается, это ладно, это мы с вами не успеем решить. Здесь хорошо, 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 хорошо. Здесь мне все нравится. Итак, еще два действия на уровне шаблона. Я приглашаю вас обратно в нашу особую среду. Вкладка «Вид», пожалуйста, и команда «Образец слайдов». Мы поработали с вами с общим лекалом, которое находится наверху. Общее лекало. Но затем я хочу поработать уже с конкретным макетом, который находится у нас ниже. Макет, который мы с вами собираемся править, называется титульный. Никогда не доверяйте глазам своим, работая здесь. Обязательно добивайтесь имени от каждого макета. Если вы подведете курсор непосредственно к образу, у вас должна выскочить подсказка. Титульный слайд, а также должна выскочить информация. Разметка двоеточия используется на слайдах 1. То есть дается статистика его задействования. Видим ли мы с вами это, да? Вот. Ну, здесь, в принципе, трудно ошибиться, хотя я говорю, не верьте глазам своим. Вот лекало, и вот следующий уже непосредственно титул находится у нас. Я могу предположить, что титульный слайд... так, останавливаемся. Раз, раз, раз. Проверка. Ку-ку. А, уже нормально. Я просто отодвинулась от экрана. У меня экспрессия захватила. Все, я никуда не ухожу, я буду здесь. Я буду здесь. Итак, мы с вами снова вошли в образец слайдов. Я повторюсь. И находимся сейчас непосредственно на титульном макете. Правой клавишей мыши щелкните по титульному макету. Вот здесь, да, вот здесь влекали. И выбираем с вами команду «Формат фона». Есть. В появившейся области я прошу вас выбрать рисунок или текстура. Вначале происходит перекрытие уродливой текстуры, не обращайте на нее внимания. Я прошу вас выбрать файл. Кнопка «Файл», которая находится в области «Формат фона». Вот она, рисунок или текстура, файл. И я прошу вас проследовать к вашей папке «Вебинар», где бы она ни находилась, ну, в аудитории на рабочем столе. И выбрать файл под названием «Фон». У меня плохая фантазия, вы в этом убедитесь сейчас, да. Что делаем фон? Как называется файл, который нам нужен фон? Вот что мы с вами должны увидеть на этом этапе. Есть. Есть и другая технология. В конце концов, фоновый рисунок можно было вставить иначе, с помощью команды «Вставка рисунок». Вы знаете, да, эту команду? Но были бы проблемы с размещением в дальнейшем данного объекта, его подгонка, под слайд, потом эта зараза постоянно цеплялась бы мышкой. Если вы действуете через команду «Формат фона», рисунок, файл, то есть логика такая, как я устанавливаю в качестве фона рисунок, рисунок сразу неподвижный, но есть как бы поклонники и той, и другой методики в работе, я особенно не достаиваю, но как бы я люблю работать по классике. Что еще я хочу сделать? Закройте область «Формат фона», она нам больше не нужна. Я собираюсь добавить сюда рисунок логотипа. Нажмите на команде «Вставка рисунок». Нажмите на вкладке «Вставка» команду «Рисунок» и выберите, пожалуйста, файл вашей папочки под названием «Лого». Размещение свободное. Рисунки, добавленные на уровне шаблона, двигаться в нормальной работе не будут. Это очень важно, чтобы никто не удалил ваш логотип, например. Так. Так как колонтитулы на титульном листе не нужны, их можно, в принципе, удалить. Три нижних системных поля можно уничтожить. Выделите их, пожалуйста. То есть можно сделать это интеллигентно. На вкладке «Образец слайдов» можно снять галку «Нижний колонтитул». Можно грохнуть «Делитом» на ваш выбор. То есть и это действие, оно как бы вот если я нажму на клавишу «Делит», галочка «Нижний колонтитул» снимается сама.
Затем, работая вручную, я прошу вас переместить системные поля в нижнюю часть методом «хватай-таскай». Выравнивание выставить текста по левому краю. Можно использовать клавиатурное сочетание Ctrl-L, Left. И перекрасить их в белый цвет. Размер для заголовка я планирую уменьшить. Ну, скажем, пунктов 40. В данном случае приветствую работу на глаз. В 13 и в 16 версии программы царствуют так называемые динамические направляющие, с помощью которых вообще сложно что-то сделать неровно, это надо постараться. Ранее в 10 и в 7 версии программы, не говоря уже о старушке 3-го года, понятие выравнивания распределения являлось обязательным. Здесь же вы видите систему динамических линий, да, которые возникают у вас при перемещении объектов, так что все получится ровненько. Выравнивание как физическое, так и текстовое по левому краю выставляем. Уважаемые слушатели, логика следующая. В настоящее время вы отредактировали макет титульный. Макет титульный применен к первому слайду вашей презентации. Вы помните об этом? Как бы такую зависимость нужно ловить. Вы редактируете макет, а макет, в свою очередь, применяется к слайду. То есть, когда мы с вами покинем данную среду, изменения вы должны увидеть только на одном слайде презентации. Все правильно? Выходим в нормальный мир. Кнопкой «Режим обычный» можно воспользоваться. Вот она. Выходим. Итак, изменения только на первом слайде презентации. Ага. Я вижу, что у меня не совсем удачно произошло распределение текста, но, возможно, надо что-то поменять. Возможно, менять. Возможно, здесь просто надо удалить. Нет, нехорошо. Пожалуй, вернусь обратно, внесу все-таки несколько изменений. Поставлю обе области пониже. В этом сезоне в моде заниженная талия. В рамках уровня 2 мы проходим такие решения, как модно, не модно. Например, та композиция титульного слайда, которая была у нас до этого, называлась центральной или классической. Эта композиция называется левосторонняя заниженная. Для титульного макета это сейчас весьма актуально. Пожалуй, так неплохо. Можно еще уменьшить размер текста. Изменения я выполняю, делаю не с настоящей как бы информацией, как вы видите, а работаю в режиме образца. Ну, теперь совсем хорошо. Если в моей презентации будет еще один подобный слайд, выходите в нормальный режим работы. Выходите. Если в моей презентации будет еще один подобный слайд, например, где-то внизу, после 10 слайда прошу установить курсор и создать слайд с макетом титульный. Вы увидите, что ваша композиция, пожалуйста, повторяется. В конце презентации такие слайды, как «Благодарю за внимание» актуальны. Не всегда. Если вы собираетесь присылать презентацию по почте, благодарить за внимание не обязательно. В подзаголовок слайда можно просто продублировать еще раз, как вас зовут. Я уверена, что люди хорошо к вам относятся, но к концу презентации обычно эта информация забывается. Изменения на уровне шаблона у нас подошли к концу. Мы можем с вами еще долго работать в направлении шаблона, например, создать макет для того, чтобы сразу все слайды перестроить в нужный вам вид. Причем можем работать с вами как вручную, каждый слайд вылизывать, причесывать. Можем работать с вами так и автоматическим образом, создав свой собственный макет. Но для этого я уже буду приглашать вас на обучение по уровню 2. Изменения на уровне шаблона у нас подошли к концу. А вы попробовали логотип убрать в нормальном режиме работы? Убедились, что он не двигается? Рисунки и надписи, вставленные в режиме образца слайда, в нормальном режиме неподвижны, не двигаются, что также не может не радовать. Это здорово. Идем дальше.
Согласно следующей части нашей работы, нам нужно добавить в нашу презентацию ряд объектов. Это будут таблицы, это будут видео, это будут также внедренные и вложенные объекты. Работа будет сразу по всем фронтам вестись. Давайте начнем работу на втором слайде презентации. Список на втором слайде уже готов. Можно убрать маркер с первого предложения. Так. Область я советую немного поджать, чтобы у нас с вами была освобождена правая часть. Есть. В правую часть слайда мы собираемся с вами добавлять контент из мультимедийного содержимого. Команда в целом довольно простая. На вкладке «Вставка» вы находите команду «Видео». Команда представлена в мультимедийной группе. Кстати, я, если все-таки проводить какой-то нюанс с 16-й версии, обратите внимание на новую возможность, которая называется «Запись с экрана». Это возможность записать любой участок рабочего стола, все, что будете на нем делать, это новые возможности 16-го года. В 13-й версии эта команда не представлена. Итак, команда «Видео», «Видео на компьютере». И проходим к нашей рабочей папке «Вебинар». Прошу вас выбрать файл «Фильм 1». К сожалению, нельзя сразу два файла указать. Уменьшаем с вами его по размеру, действуя приблизительно как с фотографией. Можно установить конкретные размеры для данного объекта. Давайте ориентироваться на его ширину. Вставив видео, пройдите, пожалуйста, на вкладку «Формат». Ширину объекта прошу установить, ну пусть это будет ширина где-то 11. Высота объекта отрегулируется самостоятельно. Ширина. Вкладка «Формат» у вашего видео и «Ширина». Вставляем с вами еще один объект командой «Вставка видео», «Видео на компьютере». Фильм 2 с вами укажем, уменьшаем его. В целом можно просто установить ширину 11. Выделив сразу два объекта, мы можем с вами настроить их выравнивание. Команда «Выровнять» представлена у вас на вкладке «Формат». Можно выровнять либо по левому краю, либо по правому, либо, как обычно, выполнить выравнивание на глаз. Ну, можно просто пошевелить один объект относительно другого. К сожалению, есть вопрос, который в PowerPoint не решается прямо-таки никак. Это вопрос промежутков между объектами. Я часто слышу подобную потребность от своих слушателей, ну и вопрос звучит приблизительно так. А можно ли мне между двумя вот видео, да, или фотографиями, неважно, настроить промежуток конкретно 5 мм? Бывает такой запрос? Абсолютно невозможно это сделать в PowerPoint. Даже в этой версии программы, увы, невозможно. Так, у вас видео запускается в нормальном режиме работы? Кнопочка воспроизведения, да, треугольник имеется. Нажали на одно видео, нажали на второе видео, кнопка воспроизведения работает. Только есть одна проблема, которая мне не нравится, просто некрасиво это выглядит. Конечно, видео в неактивном состоянии нам не нужно, но презентацию же можно печатать, например. Представляете такой квадрат Малевича, как плохо выглядит? Он у вас у всех черный или только у меня? У всех черный? Ага, давайте с ним поработаем. Есть одна специфическая команда, которая нам потребуется. Как преподаватель по видеомонтажу, я даже скажу, из-за чего это. Эффект, который называется наплыв через черное, или более правильное, корректное название его называется фейдер, когда фильм появляется из темноты. Да, любит такое видеомонтажер. Но нас это сейчас не устраивает. Поймайте, по-моему, какой-нибудь удачный кадр, вот такой, например. Будучи в неактивном состоянии, прощелкайте полоску воспроизведения, чтобы поймать какой-то удачный кадр. Рекомендую выбрать молодых симпатичных девушек, которые куда-то бегут. И у меня, да, все верно, Марианна к нам присоединилась. Ага, к обсуждению я имею в виду, Марианна. Так, поймали удачный кадр. И идем с вами на вкладку «Воспроизведение», где нажимаем на кнопку, нет, не «Воспроизведение», «Формат», прошу прощения, «Формат». На вкладке «Формат» вы найдете команду «Заставка», «Текущий кадр». Суть данной команды – заставить данное изображение находиться на вашем видео, когда видео в неактивном состоянии, чтобы не было неприятного черного прямоугольника на заставке. Текущий кадр.
Раз, все, готово? То есть снимите выделение с вашего видео. Видео должно быть таким красивым, в хорошем состоянии. Добавьте, пожалуйста, самостоятельно выполните аналогичную процедуру на третьем слайде. То есть на третьем слайде мы с вами поджимаем размеры текста. Выполняем вставку видео. Фильм 3. И фильм 4. Размер по ширине помните? Фильм 3 и фильм 4. Работы с заставкой они, правда, не требуют, но заставку в любом случае можно выбрать другую заставку. Александра задает хороший вопрос. Видео добавляется в сам файл и сильно его увеличивает. Да, Александра, все правильно. Вообще-то в данной версии программы есть выбор. Начиная с 2010 года появилась возможность именно внедрять видео внутрь файла. Последнее видео, которое я вставляла в презентацию, весило 4,5 гигабайта. И именно на 4,5 гигабайта моя презентация увеличилась. Но видите ли, Александра, мне требовалась определенная мобильность. Мне нужно было эту презентацию таскать с места на место. И мне важен был эффект «все внутри». Все внутри, как бы, да? А вот в 7-й версии программы такой возможности не было. Видео вставлялось методом связи. Но у вас все-таки есть возможность выбора. Вы хотите, чтобы видео находилось внутри, или вы хотите, чтобы у вас была просто ссылка на видео, у вас есть возможность непосредственно во время вставки. На вкладке «Вставка», вставляя объект, мы с вами обращаемся к команде «Видео» на компьютере. Вы помните этот путь. Выделяете фильм и, внимание, Александра, ответ прямо для вас. Раскрыв команду «Вставить» через стрелку, вы видите и ту, и другую возможность. Как команду «Вставить», которая означает фактически внедрение вашего видео внутрь, так и команду «Связь с файлом», которая вставляет видео только как свет далекой звезды, зеркалит его, так сказать, внутри вашего документа, но внутрь видео не вставляет. Выбирая связь с файлом, вы, конечно же, не увеличиваете вес презентации, но спросите себя, что будет, если вы презентацию скопируете на флешку и отправите по почте этот файл или выложите в интернете, вашего видео внутри не будет. То есть человек, который нажмет на кнопочку воспроизведения, увидит «ла-ла-ла, не могу найти исходный файл», то есть увидит проблему. Это удобно, когда у вас все находится на вашем компьютере, вы знаете, к чему это может привести. Пожалуйста, пожалуйста. Люблю отвечать развернуто. Есть один ненавязчивый эффект, который я всегда предлагаю использовать по оформлению видео. Я не буду вам какие-то дикие вещи советовать. Щелкните, пожалуйста, по первому видео, где бы оно у вас ни находилось. Да. На вкладке «Формат» есть сумасшедшие дикие вещи. Я напоминаю вам только команду «Заставка», которая мне нравится по функционалу. Страшные вещи, заставляющие ваше видео тонировать, коррекцию осуществлять и даже менять форму видео, то есть фактически возможно производить вот так, не приветствую. А вот команда «Видео эффекты тень» и добавление совсем скромненькой тени, отделяющей от тела слайда легким небольшим затемнением, советую. Вкладка «Формат», команда «Видео эффекты», раздел «Тень». Первая тень в категории «Снаружи» дает прекрасный вариант легенького-легенького отделения от тела слайда. Как бы и мелочь, и приятно. Для каждого видео можно выполнить подобную процедуру. Небольшой эффект тени. Дело вкуса, конечно. Подобный же эффект тени я советую, скажем, для вставки иллюстрации. Для оформления иллюстрации. Так, работаем дальше. Работаем дальше. Так, переходим с вами на следующий, на 4-й слайд, пока он выглядит следующим образом. Угу. Так, пожалуйста, Татьяна, пожалуйста. Угу. На 4-м слайде мы с вами выберем иную композицию для нашего макета. Вернее, для нашего слайда мы выберем иную композицию с помощью команды «Макет». Прошу вас выбрать макет под названием «Сравнение». Надо. И, к сожалению, вот эта часть работы у нас остается вручной.
часть текста вам нужно просто переместить в другую коробочку. Выделить, зацепить мышкой и переместить. Выделить, зацепить мышкой и переместить. Композиция, которая мне нужна, выглядит следующим образом. Макет выбрали, сравнение. Все попадает в одну коробку, да, в любом случае. Увы, не все оптимально решается в PowerPoint, как бы волшебство, он так раз, все, и готово, все сделал. Если у вас уже есть текстовая информация, с ней придется работать именно в ручном режиме. Импорт-экспорт. Импорт-экспорт. Отдельный, прям зацепить мышкой и передвинуть. Сейчас, секундочку. Ага, все верно. Вот, давайте вот так. Ловко из рук и никакого мошенничества. Выдели. О! Выдели. О! И экспорт. Ну, одно слово. Верхнюю коробку. Выделить, подцепить, перебросить. Выделить, подцепить, перебросить. А мне кажется, там пустой enter висит после слова импорт. О, и после экспорта тоже. Очень жаль, но я сейчас для всех это скажу. Я здесь, уважаемые слушатели вебинара. Очень жаль, но в PowerPoint нет режима, о котором я сильно жалею. Это режим отслеживания непечатаемых знаков. В программе Word он многих раздражает, но без него работать просто не могу. Здесь этого режима нет, а вот капризов по поводу, как бы претензий по поводу непечатаемых знаков очень много выдвигается. Отдельные ключевые слова актуально пометить Ctrl-B жирным. Такие слова, как видео, аудио и графика, такие слова, как диски, форматы файлов и форматы, совместимые с устройствами Apple. С устройствами просто, Apple не нужно. Это у нас просто уже идет как перечисление. Можно Ctrl-B сделать жирным. Угу. Так. Уважаемые слушатели, если вы... Давайте я так подойду. Если вы планируете подобную композицию использовать еще не раз и хотите внести в нее какие-то изменения, эти изменения я всегда предлагаю делать вам не на уровне слайда, а на уровне шаблона. Ну, представьте себе, что я что-то задумала. Давайте я покажу, чтобы... Вот что я задумала. У нас же не так выглядит, правда, композиция, не такого вида. Если я что-то такое задумала, вот хочу, чтобы было белое, там, с оттенением, там, с рамочкой и так далее. У меня вопрос, сделать эту работу на слайде или сделать ее там? Помните? Там, аж там. То это зависит от того, понадобится ли вам это решение еще раз. Давайте ради интереса все-таки прогуляемся еще раз в среду образца слайдов. Вкладка «Вид», команда «Образец слайдов». Сделаем изменения на уровне макета. Так. Две верхние коробочки. Прошу их выделить с помощью клавиши Shift. Приглашаю вас на вкладку «Главное», например, здесь. Здесь вы что-то захотели с ними сделать. Заливка фигуры. Или можно воспользоваться экспресс-стилями. Кстати, если вы возможности именно 16-й версии рассматриваете, то у вас должны быть новые заготовки 16-го года. Они представлены ниже. Выберите, пожалуйста, сейчас заготовочку в виде темного градиента. Вот светлый, бледный, а вот темный, более-менее. Не темный синий цвет, а просто темный градиент. Так он называется так, на языке дизайна. Цвет текста прошу выставить белым. Можно также добавить эффект тени к двум этим верхним коробкам. Эффекты фигур, тень и та самая тень, которую вы уже знаете в разделе «Снаружи». Все действия можно произвести на вкладке «Главное». Кнопка «Экспресс-стили» у вас имеется. Команда «Эффекты фигур» у вас также имеется. Теперь выделяем с вами две нижние коробки с помощью клавиши Shift. Оформление здесь будет более интеллигентным. А именно, заливка фигуры цвет белый. Эффекты фигур, тень, та самая в категории «Снаружи первый образец». Две нижние коробки.
Если нужно сделать что-то еще, например, уменьшить размер этих коробок, что-то передвинуть, все эти действия вами производятся прямо-таки здесь, на уровне макета. Можно работать на глаз. Например, я немножко уменьшила размер коробочек верхних. Можно выравнивать текст, можно его красить, как вы знаете, можно менять и переставлять. Вернитесь в нормальный режим работы, вы увидите все изменения уже у вас на экране. Все готово, все сделано. И если мне такая композиция понадобится еще раз, а давайте я вас приглашу на слайд под номером 9. Вот, на 9 слайд. И если мне подобные изменения понадобится сделать еще раз, то я на 9 слайде просто-напросто применяю нужный мне макет. Макет сравнения. Ну, только там придется опять-таки все переставлять. Макет сравнения. Но придется чуть-чуть буквально поработать с текстом. Но оформление уже готово. Так, отлично. Мариане нравится. Хорошо, хорошо. Так. Ну, давайте вернемся все-таки ближе к анимационной нашей мультимедийной теме. Видео мы с вами добавили, и, как вы видите, это совсем несложно. То есть добавление видео у нас на уровне вставки фотографии происходит. Добавление небольшого эффекта тени также на уровне, пожалуй, фотографии произошло. Что касается воспроизведения видео во время показа, запустите, пожалуйста, второй слайд на показ. Можно щелкнуть по второму слайду и нажать комбинацию клавиш Shift F5 на клавиатуре. Shift F5, только не Ctrl. Вот, и или можно нажать на значок, который у нас представлен внизу, да, только текущий слайд. Управление видеопотоком во время показа можно делать одновременно. Два видео, щелкнуть по одному, щелкнуть по второму. И там встроенные триггеры на паузу работают, то есть можно и то, и другое видео остановить, запустить их параллельно. Как вы видите, все без проблем. Я намеренно убрала звук у этого видео, то есть чтобы не гремели в аудитории, звук бы воспроизводился бы так же. И, да, одновременно. Escape, escape, выходите в нормальный режим работы. Идем дальше. Пятый слайд, прошу. Пятый слайд. И согласно нашей задаче, здесь должна располагаться табличка и парочка графических элементов. Параллельно я прошу обратиться, ну, то есть сверните, пожалуйста, вашу действующую презентацию. Параллельно прошу обратиться к папке «Вебинар», где мы открываем с вами текстовый документ «Контент». Импорт таблиц и прочих объектов из других приложений зачастую происходит из программы Excel, конечно, да. Но в данном случае мы не будем включать это в работе. На второй странице вашего Word-овского документа у вас есть небольшая табличка, называется «Версии программы». Прошу выделить таблицу целиком. Ctrl-C или как вам удобно, Ctrl-C, правой клавишей мыши «Копировать», я не вмешиваюсь. Копируйте, пожалуйста, ее в буфер обмена и переходим с вами обратно к нашей презентации. Щелкнув по любому свободному месту слайда мышкой Ctrl-V, мы с вами переносим эту табличку, которая сразу оформляется в нужный нам дизайн. Если вам крайне важно сохранить исходное оформление, вы можете выбрать соответствующий значок в виде синей кисточки, и таблица будет вставлена именно так, как она выглядит в исходном приложении. У нас устраивает вам и то, что произошло. Разместите, пожалуйста, таблицу. Давайте немного поменяем дислокацию наших объектов. Разместите таблицу в верхней части вашего слайда. Информацию о том, где купить, мы с вами расположим под таблицей. Давайте уберем с вами значок, где купить. Чуть-чуть все подожмем. Если вы будете увеличивать таблицу или уменьшать, вы столкнетесь с неприятностью, что размер текста и размер объекта у вас не синхронизированы. Сказать одну фишку, сама недавно узнала. Держите Shift. Удерживая клавишу Shift, за уголок таблицу увеличиваете, и вы увидите, что размер текста и размер объекта у вас будут синхронизированы. А
отдельные слова, такие как стандарт, можно покрасить в красный цвет для того, чтобы внести важные отличия в каждой строке, так как эта информация у нас о версиях. Далее. Выполним с вами команду «Вставка рисунок». Вставьте, пожалуйста, здесь дополнительный элемент. Вставка рисунок «Супер прайс». Вот сюда расположите. Вставка рисунок. Рисунок называется «Супер прайс». Есть. А также вставьте, пожалуйста, еще несколько рисунков. Это рисунки, которые будут называться у вас «Вершин». Так, 1, 2, 3. Также команда «Вставка рисунок» можно выделить сразу все. Тут я не подумала. Расположите рисунки в левой части вашего слайда, действуя по диагонали. Примерная композиция следующая. Раз, раз, раз. Татьяна, как звук? У меня показано, что есть. Опять ничего не слышно? Так, вроде не должно быть. Вроде все слышно. Микрофон. Раз, раз. Так, сейчас подождем. А, слышно. Александр говорит, слышно. Я боюсь, что да, регулярно звук пропадает. Технология, конечно, интересная. Но вот... проблемы здесь неизбежны. Так, хорошо. Итак, мы добавили с вами рисунки команды «Вставка рисунки». Добавили с вами три рисунка «Вершин». 1, 2, 3. Расположили их по диагонали. В целом, можно выровнять эти рисунки, распределив расстояние между ними. Выделив все три рисунка, вы можете пройти на вкладку «Формат» и выполнить команду «Распределить по горизонтали» и «Распределить по вертикали», для того, чтобы были равные промежутки со всех сторон. Вот эта команда. Вкладка «Формат», команда «Выровнять». Ну и продолжим работать с этими объектами. Гиперссылки. Будем с вами делать гиперссылки. А Татьяна спрашивает про листы. Татьяна, скорее всего, вы работаете в версии программы 2010 года. Я предполагаю, что у вас 10-я версия, потому что в 10-й версии по умолчанию размер слайда 4 на 3. Просто по умолчанию. То есть вот такой вот. Это всего лишь размер слайда, который 4 на 3. Начиная с 13-й версии программы, действует по умолчанию слайд с пропорциями 16 на 9, так называемый широкоэкранный. Но это решение можно изменить на вкладке «Дизайн» в любой момент. Лучше это, конечно, сделать было в начале, потому что сейчас немножко поздно, объекты у вас немного растянутся. Команда называется «Размер слайда». Размер слайда или параметры страницы. У нас он стартовал такой 16 на 9, и я его не меняла. Как бы он модненький в настоящее время, я просто упор на этом не сделала. Так, просто по умолчанию, да. Итак, давайте мы с вами выполним несколько действий. Во-первых, я хочу добавить еще два объекта. Объекта, которые не являются гиперссылочными, и это весьма удобно для добавления дополнительной информации. То есть я хочу вставить дополнительное описание по версиям. На вкладке «Вставка» вы найдете команду. Я без понятия, как вы ее найдете. Давайте я вам начерчу. На вкладке «Вставка» у вас есть команда, которая называется «Объект». На ней ничего нет. Да. Ну вот если Татьяна у нас работает в 10-й версии, на ней нарисован кактус Татьяна. Вот это я точно помню. В 13-й, в 16-й версии на ней нет ничего, видимо, чтобы народ вообще не обращал на нее внимания. Нашли? С помощью этой команды мы выполним с вами физическую вставку внутрь. Можно сделать это и более простым способом, но я хочу идти именно по технологии. Команда «Объект». На вкладке «Вставка». Выполнив команду «Объект», мы выбираем с вами там опцию «Создать из файла». И с помощью кнопки «Обзор» следуем в нашу папку. Да, я прошу вас указать папку под названием «Вебинар».
выберем с вами там значок, где он, вот, сравнение редакции Pinnacle, у вас два PDF-файла, которые находятся внизу. Раз, два. Пока один, выбираем. Первый, инговый, окей. Обязательно поставьте галочку «как значок». Для того, чтобы дать ему нормальное название, нажмите на кнопку «значок». И в заголовке данного документа вложенного укажите «сравнение версий». Если вы этого сразу не сделали, это тоже не беда. Через правую клавишу мыши там можно добиться преобразования этого действия. «Сравнение версий» в скобочках, инговый вариант укажем. Ой, привыкаешь к какому-то свитчеру. Инговый. Окей. Как значок и кнопка значок. Вот он такой симпатяшка. Сравнение версий. И еще раз повторите команду. Укажите на сей раз файл в папке. То есть следуем опять через кнопку обзор. Следуем к нашей папке вебинар. Укажите второй подобный файл. Будет называться он сравнение версий .ru уже. Поставьте галку как значок. Нажмите на кнопку значок. Перепечатайте заголовок. Сравнение версий также. Ой, будем мы менять язык сегодня, интересно. Будем. Сравнение версий. Только уже ру. Угу. Окей. Вот так делается внедрение. Дополнительные файлы, которые не имеют связи, а помещены непосредственно внутрь вашей презентации. В том-то и дело, Дмитрий, что они не привязываются, а вкладываются внутрь. Я терпеть не могу гиперссылки на внешние файлы именно потому, что приходится презентацию таскать в комплексной папке. Если бы вы сделали гиперссылку, у вас организовалась бы связь, а нам связь не нужна. Нам нужно, чтобы эти файлы, как копии, физически были перемещены и поставлены, внедрены внутрь вашей презентации. Разумеется, вес презентации у вас увеличивается. В нормальном режиме работы, если вы закончили, эти файлы открываются двойным щелчком мыши. Выполните двойной щелчок мыши по каждому из этих файлов, вы увидите, как они свободно открываются. Это копии, копии, внедренные непосредственно внутрь слайда. Двойной щелчок, происходить должно открытие. А если сразу не переименовали, то вам нужно через правую клавишу мыши, правая клавиша мыши, объект там какой-то там преобразовать. Есть? Затем вам нужно нажать на кнопку значок и заголовок перепечатать. У меня все очень тяжело идет, но как бы смысл такой. Вот, нашли? Вот там перепечатывание делается. Пожалуйста, пожалуйста, Дмитрий. Но есть проблема, давайте мы на нее посмотрим. Shift F5 на клавиатуре. Входите в режим показа. В режиме показа оба этих гражданина не кликабельны. Shift F5. Не кликабельны, не кликабельны. Все правильно, все правильно. Escape. Выходите в режим обычный. Надо сделать кое-что еще. Уважаемые слушатели, подобное внедрение объектов – это классно, но важно, чтобы во время показа была соблюдена этика. Вы должны находиться в режиме показа, и все должно открываться во время показа. Поэтому одно дополнительное действие. Выделите, пожалуйста, значок. Один, к сожалению. Команда у нас будет повторена то с одним, то со вторым. На вкладке «Вставка» нажмите на кнопку «Действие». Посмотрите на нее. Вот она. Рядом с командой «Гиперссылка». «Вставка», «Действие». Нажали. Выберите пункт «Действие» и «Окей». Больше делать с PDF-файлами ничего не нужно. Еще раз. Другой значок. Выделить значок. Вкладка «Вставка», команда «Действие» в виде звезды. И там пункт «Действие», «Окей». Что мы с вами сделали? Настроили кликабельность во время показа. Shift F5 проверяйте. Нажатие на данный значок, уже видно признак активности, курсор в виде лапки представлен, должен приводить к открытию этого файла. Я не буду этим заниматься, потому что меня чуть-чуть подтаскивает компьютер из-за режима вебинара, но у вас все должно получаться. Вопросы?
Нет вопросов, да, я полагаю? Работает? Работает. С гиперссылками мы с вами также можем работать. И принцип такой же, как в программе Word или в программе Excel. Например, такой вариант. То есть выделить можно фразу «официальный сайт Coral», выполнить на клавиатуре Ctrl-K, она же команда «гиперссылка» на вкладке «вставка», она же правой клавишей мыши команда «гиперссылка», либо Ctrl-K на клавиатуре. Окошко, которое позволит вам выбрать любой файл, к которому вы хотите привязаться, либо напечатать название сайта в интернете. www.coral.com. Можно, разумеется, предварительно скопировать. Вот сюда печатать. Вы просто начните, да. Просто начните печатать, и все получится. Приставочка необходимая, шапочка http://, возникает автоматически. Если вы просто начнете печатать www.com, все необходимые элементы выскочат. Вот так делается гиперссылка. Связь с файлом, либо связь с веб-страницей. Для связи с файлом вам нужно этот файл элементарно выбрать, для веб-страницы элементарно впечатать или вставить из буфера обмена адрес. Гиперссылка будет также открываться только во время демонстрации и презентации. То есть вам необходимо будет Shift F5 выполнить на клавиатуре, снова нажать на официальный сайт, и только тогда вы будете наблюдать загрузку обращения к нужному сайту. Escape. Да. Так, возможно, будут какие-то вопросы. Вопросы, все понятно, благодарю. Плохо слышно? Нет, все понятно. Так, идем дальше. Уважаемые слушатели, давайте мы с вами здесь даже не идем дальше, а хочу показать парочку симпатичных способов работы. Приглашаю вас на вкладку «Анимация». На вкладке «Анимация» первое, что мы с вами сделаем, это нажмем на кнопку «Область анимации». Без этой кнопки я фактически считаю, что нельзя работать. Нажмите, пожалуйста, на нее. Область анимации. Это область контроля эффектов, которая у вас возникает только по желанию, только по вызову. Те, кто не знает про данную область, постоянно какую-то путаницу в эффектах анимации наблюдает. Именно здесь у вас будет выстроена хронология всех эффектов анимации, их качество, количество, и влиять на данные эффекты вы можете именно через данную область. Выделите, пожалуйста, рисунок с первой версии программы, которая установлена у вас вот здесь на экране. Вот и рисуночек. Верхний. Выделить. После выделения рисунка у вас вся вкладка ожила. Я хочу, чтобы во время показа у меня был определенный выезд этих рисунков. Давайте я покажу эффект, который я планирую. Я вам его показывала уже, но все-таки хочу показать еще раз. Во время показа этих рисунков нет, но короткий щелчок мыши, и они вылезают. Они возникают, и они едут. Да? Вы здесь сколько видите эффектов? Один или два у каждого? Два. То есть вообще любой эффект в PowerPoint, как правило, носит накопительный принцип. И здесь мы с вами будем работать так же. Выделив самый первый рисунок, я прошу выбрать для него эффект под названием «Возникновение», обеспечив ему появление на экране. Возникновение. У него нет никакой декоративной нагрузки. Профессионалы часто его используют. А затем добавьте, пожалуйста, анимацию, которая называется «Линии». Пути перемещения. Вы не можете снова взять из этого же самого окна, если один эффект уже есть на объекте, а вы хотите еще, вам надо использовать кнопку «Добавить анимацию». Итак, «Добавить анимацию». Выберем с вами в разделе «Пути перемещения» эффект под названием «Линии». У вас совершается стандартный путь сверху вниз. А вам нужно, чтобы этот путь осуществлялся справа. Зеленый маркер оттащите, пожалуйста, вправо на положение объекта на экране. Вот так. Путь – это линия, у которой есть, давайте я так покажу, зеленый маркер и красный маркер. В 13-й версии программы появилась система привидений, которые показывают, как бы, да, такой якобы, где находится объект. Реагируйте непосредственно на маркеры. Путь – это линия штрихованного типа, у которой есть зеленый маркер, символ начала, и красный маркер, символ окончания пути.
вам надо выставить зеленый маркер за пределами слайда, ну, как можно, как у меня на экране. Можно даже с пределах слайда, но лучше за пределами слайда. Вот он, зеленый. И здесь красный. Получилось? Путь добавили? Есть штрихованная линия? Щелкните по ней. Есть такая маленькая зеленая точечка. Пластическая хирургия такая идет. В маленькую зеленую точку вы цепляете и должны выставлять ее сюда, за пределами слайда. А красную точку должны выставить на сам объект. Красная точка. А ну-ка проверю, эффект получается у нас. Так. Ну и очень важный момент в области анимации. Как должно происходить это действие. Действие первое у вас выполняется по щелчку мыши. Можно проверить это непосредственно через стрелочку. Запускать щелчком написано у вас. Действие второе пусть у вас выполняется, например, после предыдущего. Ну-ка, посмотрю. Именно как я хотела. Действие второе запускать после предыдущего. Непосредственно через стрелку происходит у вас регулировка именно механики. Как это происходит во времени? По щелчку, после предыдущего эффекта, либо одновременно. Я сейчас немножко помогу в аудитории. Так, кто-то меня спрашивает. Опять не слышно? Так. Не слышно. Сейчас я подожду. Уважаемые слушатели, подождем. Сейчас, секунду. А проиграйте в режиме показа. Щелчок? Любой. Да, именно. То есть появление и сдвиг объекта. Как у нас... Режим показа, Shift-F5, щелчок, а чего-то его нет, смотрите, чего-то. Нет, ну здесь мы щелчок с вами оставим, а вот здесь вот уберем. Чуть-чуть расширим эту область, чтобы было щелчок и щелчок попадать, чтобы можно будет увидеть. Так, я здесь. Ну, давайте я покажу процедуру еще раз. Уважаемые слушатели. Показываю процедуру еще раз. Итак, я даже отменю действие назад. Отменю. То есть мог этот объект появиться сам как-нибудь? Конечно, мог. И для этого есть целый ряд эффектов, такие как там плавное появление, панорама и так далее. Я взяла самый простой. Называется данный эффект возникновение, и это было первое действие. Итак, фотография выделена, взяла эффект возникновения. Тут же я добавила анимацию. Через кнопку «Добавить анимацию». Кнопка «Добавить анимацию» и выбрала путь перемещения линии. Если я добавлю данный путь, путь осуществляется стандартный сверху вниз, как вы видите. Но я должна поменять путь. Я хочу, чтобы этот объект у меня двигался, не обязательно за пределами слайда. Уважаемые слушатели, кто уже сделал, давайте даже немножко подправим. Этот путь начинается у вас на самом слайде. На самом слайде путь начинается и заканчивается он в месте нахождения объекта. Не знаю, насколько сейчас хорошо видно, уважаемые слушатели, дело пути, дело... Такое, есть начало пути, есть конец пути. В качестве начала пути ищите зеленый маркер, в качестве конца пути ищите красный маркер. Ну, все достаточно антропологично, да, начало, конец. Вот зеленый маркер у вас выставлен где-то здесь, даже можно подправить. Красный маркер у вас выставлен где-то здесь. Так, где у нас? Вот они. И мы с вами еще кое-что изменили. Второе действие в области анимации у вас должно запускаться, регулируя через стрелку, после предыдущего. Вот так. Первое действие у вас идет по щелчку, можно даже проверить.
Второе действие после предыдущего. Вообще анимация в PowerPoint крайне простая и довольно кропотлива. То есть для того, чтобы мне сделать хотя бы одно действие при появлении объектов, я что-то хочу увидеть, как вы видите, это уже не один эффект, а два эффекта. И чем сложнее процедура, тем больше у вас будет возникать как бы вот именно трудоемкость момента, а не что-то вау. Трудоемкая анимация, да. За качественной анимацией мы идем к другим программам, например, Adobe Flash, где мультики рисуются. Здесь всего несколько категорий эффектов, две из которых вы уже видите. Вход зеленый, перемещение, они все пути, все виды анимационных эффектов, в принципе, вот. Зеленое на появление, желтое на «посмотри меня», красное «иди отсюда», пути перемещения для того, чтобы ползать по слайду. Оптимизируем нашу работу. Так, сейчас что-то будет. Подобную же анимацию я хочу сделать и здесь, и здесь. Редко, когда появляется такая возможность, но вот сейчас самое-самое милое дело. Щелкните, пожалуйста, по первому объекту, который у вас анимирован уже. Затем нажмите на кнопку «Анимация по образцу». Вы команду «Формат по образцу» знаете? Механизм тот же. Нажмите на кнопку «Анимация по образцу» и щелкните по второй фотографии, которая у вас тут же заявлена. Вы только что скопировали все ее эффекты. Все эффекты. Анимация по образцу, щелкните по третьей фотографии, которая у вас тут заявлена. Так можно немного убыстрить процедуру, согласитесь. В режиме показа презентаций вы сделаете три щелчка мыши. Я не буду входить в показ, потому что у меня есть подозрение, что у меня из-за этого звук пропадает. Вы сделайте, пожалуйста, первый щелчок выдвигается первая коробочка, второй щелчок вторая коробочка, третий щелчок третья коробочка выдвигается. Все происходит, да? Вот так может работать у вас анимация по образцу. Так, прекрасно, прекрасно. Так, кстати, на суперпрайс, на суперцену можно добавить эффект под названием пульсация, чтобы так пропульсировал, аккуратненько, эффект пульсации. Я могу анимационную тему продолжать и обратите внимание, что это будет четвертый щелчок мыши, да, на слайде, на данном слайде. Тему анимации можно продолжать бесконечно. Можно даже сделать отдельный семинар на эту тему, который будет так и называться «Добавление анимации» или «Анимационная презентация», где можно развивать подобные темы бесконечно. Правда, это очень трудоемкий процесс. То, что мне хочется подчеркнуть, я подчеркну. Конечно, да, конечно, да. Как это делается? Мы с вами вот этот второй щелчок отменяем. Делаем с вами с предыдущим. И следующий щелчок, там, где у вас мышка нарисована с циферкой, сделайте с предыдущим. То есть, если нужен фактор одновременности, это не после предыдущего, а с предыдущим. И последний, если вы пульсацию назначили на суперпрайс, сделаем с вами также с предыдущим. Если нужен фактор одновременности выполнения операции по одному щелчку, то они будут вылетать все сразу. Хотя надо вообще, надо все сделать, пожалуй, да. После первого щелчка пусть все будет с предыдущим. Вот так, да. Пусть все вместе вылетают. А вот первый оставьте щелчок, а все остальные выделяйте с помощью клавиши Shift. Да, первый щелчок оставьте, все остальные выделяйте с помощью клавиши Shift и делайте запускать вместе с предыдущим для фактора одновременности выполнения операций. Пошло? Shift F5, да. Я, наверное, так и оставлю. У нас по образцу именно так и идет. Так, ну что ж, будем немного ускоряться. Давайте посмотрим, что у нас еще заявлено. На шестом слайде я прошу вас сделать следующее. На шестом слайде я прошу выбрать вас макет только заголовок. Уже можно в полусамостоятельном режиме. Обратившись к вордовскому файлу «Контент», на второй странице найдите под заголовком программа курса большую таблицу, скопируйте ее, Ctrl-C, вы уже знаете, Ctrl-V. Вам предстоит ее самостоятельно оптимизировать.
То есть понятие размер, понятие читабельность у этого объекта. Хочу показать фокус. Вставили таблицу уже? Ctrl-C, Ctrl-V прекрасно подойдет. Выделите, пожалуйста, данную таблицу по контуру. Вы в качестве регулировки размера текста знаете, конечно, вот этот инструмент, да? Хотите, вас на клавиатуру переведу? Зажмите клавиши Ctrl и Shift и нажимаете русскую букву U. U-U-U. BBB уменьшить, U-U-U увеличить. Ну, на них, как правило, стрелочки изображены. Всю таблицу придется оптимизировать вручную. Как правило, такие документы не выводятся на экран. Такие документы только как приложение можно распечатывать и отдавать на руки. В режиме показа они будут выглядеть очень слабенько. Как вы видите, их практически не видно. Отдельные шапочки можно делать Ctrl-B и цветным. Шапки непосредственно в самой шапке, в названии модулей. На модуле программы можно также устанавливать нумерацию, но эта операция вам, я думаю, знакома. Область анимации можно пока закрыть, чтобы она у вас не воровала место. Оптимизируйте себе рабочую площадь, как вам удобно. При нумерации вопросов каждого модуля можно использовать принцип нумерации, который у вас здесь рядышком на вкладке «Главное» с маркерами обозначен. Как закончите нумеровать пункты? Задавайте мне вопросы, если будут. Ну, в целом действие простое. Добавьте, пожалуйста, команды «Вставка рисунок» девушку. Girl. Один, которая. Вот такая мадемуазель. На задний план ее. Команда «Вставка рисунок». Вот где длинная форма слайда пригождается. Больше информации помещается. Дальше идем. Успеваем? Так, сейчас посмотрю, кто еще к нам присоединился в режиме вебинара. Так, есть, 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 есть. Так, меня слышно. Отлично. Идем дальше. Так, седьмой слайд тоже простенький. В рамках композиционного решения мы с вами только выберем макет, только заголовок и вставим два рисунка. Один называется рисунок у нас... так, 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 так. Метода. Второй рисунок называется Girl 2. Вот. Мадемуазель на задний план, разумеется. Подобные мадемуазель, которые вы видите, особой энергетики не несут. Ну, есть профессионалы, которые не очень любят подобные постановочные фото и презрительно называют их пластиковыми людьми. Ну, посмотрите на нее, у нее все в порядке. Размер одежды 46 максимум, белые зубы, тщательно отретушированная кожа. В общем, да. Но в презентациях рекламного типа они являются своего рода стандартом. В моде же в настоящее время настоящая эмоция в стиле TED. То есть человек, конечно же, который что-то изображает, боль, сожаление, радость, что-то искреннее, что-то настоящее. В особой моде черно-белые фотографии, да. Ну, правда, они всегда в моде, но в настоящее время им особенно увлечены.
Ну, вот такая рекламная мадемуазель. Так, седьмой слайд. Так. Ну и восьмой слайд, уважаемые слушатели. На восьмом слайде я прошу вас сделать небольшую композиционную перестановочку на восьмом слайде. Так, например, что можно сделать по макету? По макету, наверное, давайте сделаем два объекта на восьмом слайде. Предварительную подготовку перекиньте в другую коробку. Так. Одну коробку давайте вниз скомпонуем. А у второй коробки уберем маркеры. Получится вот как-то так. Одну вниз, у второй уберем маркеры. Добавив в рисунок, который будет называться у нас People, добавив его на задний план, мы получим приблизительно нужную нам композицию. Я сейчас ее доведу до ума. Кое-где надо убрать маркеры. Ну вот, что я хочу. И сейчас я вам посоветую определенный шрифт, который называется Segoe Print, пожалуй. Он сейчас в моде, обосновать я это не могу, но когда хочется добавить какую-то отсебятину, какую-то дополнительную веселую информацию, используется именно данный шрифт. Segoe Print. Segoe. Наберите прямо-таки текст, найдете. Тоже пластиковые люди, у них все в порядке, но это эффект, который уже говорит о том, что люди разные и уже смотрится не так пошло, как на шестом-седьмом слайде, когда один человек, то есть когда по-разному одеты, выражают разные направления, разные установку жизненную, вот. Но они тоже пластиковые люди, тоже пластиковые. Уважаемые слушатели, мы с вами практически закончили нашу работу. На девятом слайде я вас попрошу добавить рисунок заднего плана, который будет называться background. Back picture, вернее. Back picture. А он ли это? Нет, 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 не хочу его добавлять. Не будем ничего добавлять. Давайте не будем добавлять действительно, потому что у нас здесь места практически нет для заднего плана. Давайте мы с вами на 10 слайде кое-что лучше сделаем. На 10 слайде я с текстом вас попрошу кое-что сделать. Во-первых, уберите маркеры. Установите выравнивание по центру. Размер текста можно немножко уменьшить, скажем, до пунктов 24. Но у вас и так в данной коробке автосжатия установлено 22-24 максимум. На вкладке «Формат» вы найдете преобразование текстовой информации с помощью специального инструмента, где можно установить траекторию движения. Внимание! Вкладка «Формат». Кнопка, которая не очень логично называется «Текстовые эффекты» или «Текстовая анимация» по-разному. На вкладке «Формат». Пункт «Преобразовать» и траекторию движения я прошу выбрать «Дуга вниз». Но чтобы это смотрелось более адекватно, если вы в этот текст добавите энтеры, это же от меню действия назад, то будет смотреться более симпатично. Итак, после успешного обучения, окончания обучения на курсах центра и так далее, после слова «обучение» я добавляю клавишу «Enter». Либо Shift-Enter, кстати, будет лучше. Shift-Enter знаете, что такое? Разрыв строки без разрыва абзаца.
чтобы не добавлялось межабзацное пространство. Shift-Enter. И тогда будет смотреться, по-моему, более симпатично. Во, во, во. Вот именно таким образом. Shift-Enter. Без добавления межабзацного пространства. Фактически разрыв строки. Далее прошу вас добавить рисунки под названием Cert 1, 2, 3. Cert 1, 2, 3. Следующая компоновка. И, уважаемые слушатели, снова спецзадание с анимацией. На вкладке «Анимация» попрошу вас поработать самостоятельно. То есть моя цель – напомнить вам ту операцию, которую вы делали вот здесь на пятом слайде. Эффект, который у вас был возникновение, и с ним же линии. Давайте я вам покажу, что я от вас хочу, а вы попытайтесь создать это сами. Отложите всю работу. Отложите всю работу, мне требуется только ваше внимание. Итак, готовы? Показываю. Итак. Щелкаю, появляется сразу два. Щелкаю, появляется третий. Два. Третий. Сделайте, пожалуйста. На вкладке «Анимация», область анимации, я буду вместе с вами работать. Ну, я буду не сильно шуметь, чтобы вы, да, как бы... самостоятельную работу все-таки сделали. Выделить один. Возникновение. И пути перемещения линии. Появляться должен справа и к себе. Нужно даже с предыдущим. Так. Скопировать эффекты с помощью кнопки «Анимация по образцу». Только, по-моему, актуально поменять направление. Это мне нравится, а это должно быть с другого края. Вот откуда-то оттуда. Причем появляться должны... одновременно. Последний должен появиться, ну, допустим, сверху пусть будет. Тоже можно скопировать эффекты с помощью кнопки «Анимация по образцу». Тоже появляется, мне все нравится, но только должен появляться сверху. Пусть будет сверху. Я чего-то передумала, друзья мои. Давайте я еще раз покажу, что я хочу от нас. Первый щелчок. Появляются оба, второй щелчок появляется сверху. Можно так сделать? Первый щелчок появляются с выездом оба, второй щелчок появляется сверху. Вот так мне теперь захотелось, да. Пожалуйста, Екатерина, пожалуйста. Да, я тоже уже заканчиваю практически наше с вами обучение. Это был последний прием, который мне хотелось вам показать. Надеюсь, вам понравилось. Так, мы, ну не все равно я смогла уместить в программу нашего обучения, в программу нашей заявки. Где-то долго говорила, где-то технически что-то не успели. Но одновременно могу сказать, что, как бы, что хотела, основное показала. Работа в шаблоне, работа с гиперссылками, а также работа с добавлением внедренных объектов, небольшая работа с анимацией, добавление объектов табличного типа, работа с фотографиями, скриншотами, немножко шрифтом, общая композиция объектов.
Александр, я согласна. Прези – это отличное направление. Александр сейчас спрашивает, почему специалисты не обучают направление prezi.com. Наш директор считает обучение в стиле прези довольно простым, считает, что надо усложнить программу. Человек, который этим занимался, немножко споткнулся об это пожелание. Так бы у нас с вами обучение по prezi.com было бы давным-давно. Сайт, о котором идет речь, называется Prezi. Prezi.com. Обучение на этом сайте не проводится, там можно непосредственно сразу создать себе личный кабинет в полубесплатном режиме, можно работать по направлению создания живых презентаций. Такой стиль mind map, мыслительные карты, то есть общая схема перед человеком, он может щелкнуть как бы на любой слайд ради его приближения. Интересный момент, я очень надеюсь, что в этом году у нас все-таки появится направление по этому, направление по данному вопросу. Уважаемые слушатели, всем спасибо. Я рада, что вам понравилось данное обучение. Давайте я напомню, что меня звали Инна. Было очень приятно. И всем спасибо. Вопрос по первому слайду? Да, конечно, Наталья, задавайте. В режиме печати, только в режиме печати. Как добавить фон? Фон мы с вами добавляли на уровне шаблона. Щелкните по первому слайду, проверьте на вкладке «Главное», что макет он имеет титульный. Это важно для начала. И пройдя в команду вкладка «Вид», «Образец слайдов», вы на уровне шаблона сейчас данный макет преобразуете. Давайте я быстренько покажу. Зашли «Вид», «Образец слайдов». Правой клавишей мыши формат фона «Команда». Непосредственно по нему. Вот так мы с вами ударили. Кнопка файла. И идем с вами к файлу под названием фон. Прямо в вашей папочке вебинар будет он лежать. Так. Что-то мне там, наверное, там еще и карта была красивая. А ну-ка. Во, вот, на 10-м слайде не хватает карты. Карта это модное направление, map. Если вы на 10-й слайд еще map, карту вставите, будет совсем хорошо. На заднем плане разместите ее, такая серенькая, чтобы намекнуть на некоторую международную составляющую услуги. Подобные серые ненавязчивые карты смотрятся хорошо на 10-м слайде. Миленько же, да? А, ничего не видно. Ничего не видно на моем проекционном экране. Но если хороший проектор, такой HD-экранчик, то ваша карта может смотреться очень даже симпатично. Ок, спасибо. То есть он сохранится в шаблоне, Александра, все верно. В 10-й версии точно так же, Наталья. Просто у вас, когда вы правой клавишей мыши щелкаете в режиме образца слайдов, Наталья, у вас выскакивает окно. Окно, а не область. И в этом окне вы выполняете абсолютно аналогичную процедуру. Команда под названием формат фона, рисунок или текстура, файл. Ну что ж, давайте я посмотрю, что мы сделали. Ну, плохо отработала второй, третий слайд, поскольку у меня здесь больше на образце, вы видите, такие шапочные решения, да? То есть на втором, на третьем слайде у нас непростой идет. Не стала делать на этом акцент, мы это сделали с вами уже на других вариантах. Где-то забыла добавить рисунок, но в целом мы с вами почти все сделали именно по образцу. Я даже на это не рассчитывала. Отлично. Если хотите, сохраните, пожалуйста, вашу работу. Сохраните, закрывайте. Все, что необходимым считаете, копировать. Ну, папочку вебинар непосредственно, плюс вашу собственную заготовку. Вы можете копировать себе, аудиторные слушатели вебинара. Всем спасибо, уважаемые слушатели. Я вас со всеми прощаюсь. Всем спасибо, записывайтесь к нам, что мне еще сказать, в центр специалист, буду вас ждать на своих аудиторных занятиях.